Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби герои. Так, давай посмотрим ежедневки. Нанесите 20 единиц урона героям бабахам, разыграйте 3 зомби с бочками и выиграйте игру безумным зомби героем. Давай попробуем вот это вот обновить задание. 20 единиц урона героем Цитроном. Ну что, поехали тогда за бабах. Нам нужно нанести 20 единиц урона. Это бабах. Где бабах наш? Вот он. Сразу, ребят, я даже не смотрю, какая там у него колода. Сразу пойдем в атаку. Что-то мне не нравится. Что-то мне совсем это не нравится. Чем тут с собой взяли? Ядрёшкин ты кот, а? А играем мы против заморозга, да? Что, на того выставил охламона и думает, что теперь все можно ему, что ли? Не ожидал, наверное, да? Чудилка. А что, если я сделаю... Вот так. И вот. А, я вот это хотел, ребята, я хотел вот это вот. Я почему-то я нажал, оно не сработало. Твою налево, я сразу автоматом нажал. Ай, дурила, ребята, я дурила. Ну и что, вот теперь все, ребята, приплыли. Сейчас начнет тут. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так-то, ребят? Давай тогда сделаем вот таким вот образом. У него, наверное, заморозка есть какая-нибудь, да? Он прокачал зомби, ладно. Я пока не волнуюсь, потому что, ребят, хинуться-то я успею. Хильнуться. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. А там посмотрим. Все растения, да это нам не надо. Сыграл просто, ребята, лучше некуда называется. О, видишь, что творит? Погнали. В блок. Солидно. Давай, наверное, сюда я поставлю. А дальше-то что? Ну, кровожадности у него, наверное, нету, ребята. У него не может быть этой кровожадности-то, да? Насколько я помню. Мы можем вот так поставить. Бомба, конечно, у него может быть. Смотри, безумие поставил, ребят. Так, он послал безумие, но мы можем... кукурузой, наверное, бомбануть. Я сейчас кукурузу, наверное, выставлю, ребят.
Или все-таки могилоеда применить? Ай-ка, я все-таки поставлю, наверное, ребят, кукурузу здесь. Я, видишь, я просто не знаю, кто у него здесь. Давай проверим так все-таки. Фуфляндия оказалась тут. Фуфляндия, ребята, здесь оказалась. Вот что. Обидно. Такс. Давай глядеть. Сейчас, наверное, заморозку сделает. Этого-то мы сможем, ребята, восстановить. Отхилять. Так, ну что, этих разносим, да, получается? Да-да-да-да-да-да. Давай так сделаем. Уничтожает орех или ягоду? Ну, орех уничтожил. Ну, ладно, допустим. 7 и 4. Это сколько? Уничтожает случайное. Угу. 7 и 4, ребят. Ему крышка. Ну что, бабак, ты 20 единиц урона нанес. В принципе, мы с тобой прошли этот уровень. Дальше выиграйте игру безумным зомби. Не, давай за цитрон тогда еще отыграем. Как говорится, на горяченькую. На цитроне. Так, что у нас там? Оу. Пам-пам-пам. Зашибись. Какого уровня был? Ну, покажи мне. 24 уровень. В принципе, я не скажу, что новичок какой-нибудь. Цитрон, нам нужно 21 урона нанести, да? Да, нам не надо, чтобы он сдавался, ребят. Нам надо именно, чтобы мы победили в честном бою. Тут смс-ка. Ну, не смс-ка, опять же, с Ютуба. Игруха вообще отлично на днях. На днях что-то там. Я даже не знаю, о какой игре сейчас идет речь. Посмотрим. А, ну это... Это к старой игре, которая называется Анна Мутатхейм. Да, прошел я ее в свое время. Так, что там, вытягиваю две карты. Ребята, у меня только сейчас в данный момент есть возможность вот этих поставить. И то, наверное, на прикрытие. Давай проверим. Он, наверное, уже догадался, что я на бобовых буду играть. Ладно. Не может... А! Нишиной, 8 уровень. Ё-моё. Молодец. Молодец, умно. Я тогда вот так поставлю. У него есть, интересно, кровожадность? Рэй, и я видео. Наверное. Ой-ой-ой-ой, зачем вот это-то ставить? Где ландшафт, когда он мне нужен, а? Видишь, дело в том, что я боюсь, он на воду может выставить.
Давай-ка сделаем, наверное, вот так вот. И вот так. Блин, лишь бы не на воду, ребята. Так, еще один такой же, ладно. Эх. Ну что, теперь надо думать. Теперь надо думать. Мы можем что сделать? Так и так. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Попробуем сделать таким вот образом. Дальше. И вот так. Будем смотреть. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это сейчас на воду бросит, мы его уничтожим здесь, на воде, надеюсь. Ну да. Почему я не удивлен, ребята? Не знаю. Но я не удивлен. Я не удивлен. Давай сделаем так. И, наверное, вот так. Там посмотрим, что он там предпримет. Ждем видео по ПВЗ. Герои, да-да, ждите, ребята. Оно скоро будет. Тен-тен-тен-тен-тен. Давай сюда поставим. О, неплохая карта, кстати. Кого бомбанем? Ну зачем в харю-то ему бомбить? Ну ё-моё. Поставить ему больше некого, понимаешь? Ему поставить больше некого. А я, наверное, сделаю вот так вот. И, наверное, вот так вот. Ну давай, не женой, я жду. А это не поможет тебе. Это тебе не поможет. На следующий ход я выставляю любого, ребята, любого. Из бобовых, и они ему разносят лицо, ты понимаешь? Так что... На что расчет идет? Да... Ну, давай вот, вот, просто вот так, смотри. Оп! И все, и просто в лицо ему. Прилетает так, хорошо. Ну что, ребят, Цитрон на бобовых, в принципе, проявил себя довольно неплохо, согласись. Так, а теперь выиграйте безумным зомби-героем. Безумный, это у нас, по-моему, бесячество. Насколько я помню, он же у нас идет безумным, да? Класс безумных, да. Вот такая вот бомбочка, когда стоит, это безумный. А, по-моему, еще у нас идет... А кто еще безумный? По-моему, Займех. Да, Займех получается, да? И заразительная сальса тоже безумная.
А что у нее за колода? Такое впечатление, что заведомо, заведомо проигрышная колода, друзья. Ну вот это вот как-то не в тему, а может быть в тему. Это тоже, наверное, ни туда, ни сюда. Здесь бы вот этот бы браток зашел бы, наверное, неплохо бы. Осьминог. Да, я не спорю, ребят, долго на него копить, ждать. Ну, черт его знает. И, наверное, вот этот один ландшафт, вот этот добавить. Так, что-то не... А, я что-то не добрал, понял. Ну и, например, вот взять бабкины челюсти. Я не уверен, что, конечно, эта колода прям топ-имба, но давай попробуем сыграть. Я бы лучше, конечно, наверное, сыграл бы за бесенка. Тут есть шанс проиграть. Колода не балансированная, понимаешь? Если мы с тобой играем на танцорах, то надо делать, чтобы у тебя все были танцоры. А тем более против капитана Огонька, который идет на раскачки своих... Он идет, ребят, на раскачки своих... бойцов, то есть повышение силы. Вот о чем идет речь. Ну давай так сделаем. Посмотрим, есть у него еще там Бонг Чой. Хотя он может поставить кого-то за один и его прокачать там. Ты понял? А нафиг вот этот танцор мне здесь нужен? Угу. Поехали. Насколько я помню, у него проблема... И нафиг я это сделал. Я думал, что он 1-1 минусует по хпшкам. Но нет. По хпшкам он не минусует. У него уже бонусная атака будет, да? Двойной удар он еще поставил. Пока ничего не будем делать, ребят. Ну что за лаги, ё-моё, начинаются. Так, поехали. Я не знаю, сейчас если он бонусную атаку влепит, то будет плохо. Или же, не знаю, ребят. У него идет на усиление, на укрепление. Он может разнести сейчас. Вот. Об этом я, ребята, и говорил. Видишь, и бонусная атака. Ну все, тут хана. Если бы у меня бы здесь было бы надгробие какое-нибудь. А у сальца с надгробиями у меня нет. Там есть этот? С микрофоном, пиво. В общем, короче, все, ребят, прекрасно поняли. Давай попробуем за замеха. Я сейчас хочу просто сыграть за тех, за кого я давно-давно не играл. То есть за сальцу давно не играл, за мех. Вот сейчас мы играем.
А уже, ну если не получится, ну будем брать уже элиту. Элиты мы 100% разорвем. Наверное. Наверное. Это еще не факт. Тут опять же, ребята, рандом. Если ты бы был бы уверен, какая карта тебе нужна, ты бы ее брал бы. Поверь мне, мы тут все бы разобрали бы. А так как тебе дают карты, которые тебе дают, то уж, извини, терпи, называется. Зэмех, ядрен матрен. На чем у нас тут зэмех, ребята? Давай, поехали, начнем. Есть у тебя ураганчик? Будешь сметать? Угу. Почему-то он не стал этого делать. Против этого, насколько я помню, ребята, ураганчик не работает. Или работает? Ну, я, насколько я помню, заклинание не работает, поэтому он не сможет применить. Ай, двойной удар. Ну-ка, давай так сделаем. Три. Потом четвертый, пятый. Ну и что он делает? Я же защиту сюда поставлю. А, нет у меня защиты, ребят. Я вот так могу только сделать. И все. Покамись. Давай сделаем так вот. Есть у него шарик? Сейчас посмотрим. Есть ли у него это? Так, этому кранты. А этого, ребят. Ну здесь я защиту поставлю. Так, это все равно сейчас влупит. Два-то мне зачем вот этих вот два? Давай смотреть. Так, это будет прокачиваться по одной за каждого. И оставляем ему одну хп. Давай так поставлю. Так уж и быть. Ну а дальше вот этого ставим и все, в принципе, друзья. Кого он тут поставит? Об этом и речь. Об этом была и речь, что мы ему просто, ребята, лицо бы разворотили. Ну что, ежедневки выполнили. Там еще есть, ребята, у нас одно задание. Сейчас мы его допройдем. Называется оно «Взгляд в будущее». Так, супермозг играет с опасным и подпаленным капитаном. Используйте всю силу стратегической колоды, капитан Огонек. Осторожно, яд, чтобы его... Так, осторожно. Короче, бойтесь яда, да, его? Ну давай, капиташа, Огонеша. Попробуем что-нибудь придумать с тобой.
Сундук. Ну, у него яд, сказали, да, может быть? Смотри, что делает, а. Блин, неужели там чувак с этой с бонусной атакой, а? Давай посмотрим, кто там у него. А, прочерк. Так, в блок. Ай, на-на-на-на, и давай так вот сделаем. А чё, мы этого не добили. Он ещё заморозит кого-то мне, да? А, он всех замораживает. Ну, придется тогда вот этого хмыря добивать, ребята, нам. Так, прочерка нету, нету. Поехали. Началось, блин. Ну а тут кто? Вшивый капитан. В блок, естественно. А, нет, ребят, не в блок. Ну вот тут-то, вот тут-то. Что мы сделаем? Уже ничего, нам пробьют лицо просто-напросто, и все. Что за колоду дали, блин? Фаршмачную, ё-моё, блин, а? Скажи-ка мне на милость, этот пробьет лицо, ребят, все. Мне даже ничего не сделать здесь. Все, он пробивает харю. Все, короче, не помогает тут ничего. Просят этот в блок. Ну, так вот, если только, ребят. По-моему, приплыли. Да, да, друзья мои. Фига он там капитанов этих нахапал, блин. Сколько у него? Здесь двое. Двух я еще уничтожил. Четверо, блин. Я понимаю, максимум четыре капитана. Но чтобы ему все время выпадали. Четырок тоже, мне кажется. Так, ладно, друзья мои. Все. На этой проигрышной ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.